все свининка. Здесь, конечно, все украшено. Красиво. Несмотря на весь тот ужас и ту боль, которая происходит сейчас в моей любимой Украине, я решила отправиться в путешествие. Это было, наверное, одно из самых сложных решений в моей жизни. Я не хотела оставлять свою семью. Едем снимать для вас рождественский контент, рождественские ярмарки. Ребят, я уже у трапа самолета. Немного снежит. Я лечу в компании Визейр в город Мимминген, который находится возле Мюнхена. И свой отпуск новогодний я буду проводить в Баварии, в Мюнхене, в Нюрнберге и в некоторых городках в окрестностях. Ребят, я уже в аэропорту Мюнхена. Отсюда курсируют автобусы в Мюнхен. Они ходят буквально каждый час. Можно купить билет здесь на месте, а можно купить через сайт. Через сайт цена будет дешевле, если не ошибаюсь, около 10 евро, плюс 5 евро за багаж. А здесь, если вы будете покупать на месте, цена будет 20 евро. Я на вокзале Мюнхена. Еду на поезде в Нюрнберг. Билет стоит 25 евро, ехать мне 2 часа. В Германии еще нужно носить маски в общественном транспорте. Так что меня заставили в кондукторе купить маску за 50 центов. Приехали на вокзал центральный. И от него пешком будем идти на местную площадь, да, центральную. Там самая старая, самая красивая ярмарка. Как она называется? Hauptmarkt. Hauptmarkt. Да, здесь, конечно, все украшено, красиво. Это здание центрального вокзала Нюрнберга. Увидел такой дом красивый, хотел вам показать, который весь в винограде. Прикольный, да? У меня не в плюще, а полностью в винограде. Мы заходим на ярмарку. Я хочу сказать, что вот в Нюрнберге в центре есть, кроме обычной ярмарки, традиционной, есть еще детская ярмарка, в которой есть карусель очень старая, какого-то века или какого-то года, да? Ее каждый год привозят из другого города, с Потсдама привозят, да. А на входе стоит памятник, который называется фонтан грехов. Фонтан дураков. Но там на самом деле воды никогда не было. Это такая лодка, которая разными грехами действует. Да. Каждый, наверное, образ олицетворяет какой-то грех. Вот. И мы заходим в нашу ярмарку, которая называется ярмарка Christkindlesmarkt. Нет, чай у нас на ярмарке рождественский ангел ярмарки. Об этом есть целая история, которую сегодня узнала, что каждые два года выбирают девушку от 16 до 19 лет, которые там есть куча параметров, которым она должна соответствовать. Одно из них, она должна не бояться высоты, потому что она открывает рождественскую ярмарку, выходя на балкон собора. Решили сначала прогуляться по детской ярмарке, на которой, кстати, тоже наливают глинтвейн. Красивый павильон, и каждый павильон сверху украшен такой движущей анимацией. Очень мило выглядит, прям вообще. Брецель. Это брецель. Очень вкусный. Мы их уже кушали. Фран картофель. И гномики. И наглювайной ангелы. Так, мы заходим в ярмарку. Здесь при входе. При входе на ярмарку сразу есть магазин с традиционными нюрнбергскими пряниками. Я их обожаю. Они делаются из орехов. И муки там почти нету. Там 5%. В общем, что-то такое. Обязательно нам сказали, что нужно покупать пряники производства Lebkuchen Elysiet. Вот. Здесь они продаются. Еще очень интересно, эти пряники не дешевые. Но в витрине продаются пряники. Сейчас я покажу. Вот такие.
они стоят намного дешевле, и оказывается, это что-то я типа брака, хотя на самом деле визуально они могут почти ничем не отличаться. Вот, сейчас покажу саму витрину. Визитная карточка Нюрнберга. Это очки Нюрнберга, ты говоришь? Нюрнбергские очки. Нюрнбергские очки. Что они так называются? А потому что если посмотреть на отражение воды, вот, видны, что это очки, это, да. Когда я была здесь, несколько, о, солнце вышло. Несколько лет назад я запомнила это место, в нем были фотографии. Я очень рада, что сюда вернулась. Спасибо моим друзьям. У меня секретный балкон, с которого видна ярмарка сверху. Смотрите, как красиво. Удобно. В воскресенье людей очень много, прям тяжело подойти, что-то снять. Если ты хочешь выпить глинтвейн, то тебе нужно даже в очереди постоять. Хотя, кроме глинтвейна, еще в Германии есть такой напиток, это тоже горячее вино, но у него немного другой способ подачи и приготовления. Называется Фуэр Цангенборн. Ну, вообще, я думаю, вы тоже не запомните, да. Я пила этот напиток в Мюнхене, это вино, оно подается в большой чаше, но там оно было, по крайней мере, такой керамической. И кладется сбоку, там есть специальное место для кусочка сахара, пропитанного ромом. Потом этот ром поджигают, и сахар плавится и вливается в чашечку. Ну, было вкусно. Вот, и здесь, в Нюрнберге, как нам сказала гид, находится самая большая чаша для этого напитка. Вот. На вечером горит. Интересная фишка Нюрнбергской ярмарки, здесь продаются сливовые человечки. Сейчас я вам покажу, как они выглядят, и потом расскажу, почему они так называются. Издавна те люди, у которых не было возможности покупать своим деткам подарки, они делали эти подарки сами, из сливы, из фруктов, которые были. Делали эти подарки, одевали на них костюм, шили наряды, и поэтому сохранилась такая интересная фишка. Сейчас уже тоже делают раз в году на Рождество, делают тоже такие куклы и продают их. Они уже, конечно, не съедобные, как раньше, но выглядят очень необычно. И это есть только в Нюрнберге, только на ярмарке. Раз в году. Еще есть такой десерт. Дампфнудель. Дампфнудель. Мне очень сложно выговорить. Такое тесто, на которое не жарится в масле, но делается на пару. Внутри с начинкой из варенья. Чаще всего это слива. Сверху он еще поливается кремом. Мы не пробовали. Он прям тонет в этом креме. В ванильном соусе. Вот булочки на пару, тут еще какие-то оладушки делают. Так, а еще здесь продается наше украинское, это буде деруни. Это популярное блюдо, но здесь его подают очень интересно, сейчас я вам покажу. Ой, как это выглядит? Я обязательно попробую картошка с пюре с яблочным. Интересно, они сахар в эти картошки тоже добавляют? Нет. Картошка вкусная. Пюре тоже, а вместе? Очень странно. Людей очень-очень много. Бывая с красной подсветкой. Это здесь делается этот глинтвейн, о котором я говорила ранее, но уже забыла. Да. А еще за моей спиной, сказала мне Юля, самая старая сосисочная в Нюрнберге. Ребята, за моей спиной ярмарка городов-побратимов. Городов-побратимов Нюрнберга. Очень необычно, кстати, никогда такого не встречала. Вот.
Вот, и там есть ярмарка города Харьков. Так, это у нас Ницца, Франция, Монтенегро. Это Италия. Вот Харьков, Украина. Шманку можно купить. Указатель расстояния двух тех городов, которые здесь представлены. Обратимся. Так, заходим в традиционный немецкий ресторан в Нюрнберге. Юля пригласила покушать. Здесь обычно нет места. Вот сейчас, наверное, именно тут случай. Много желающих попасть. Сейчас чуть покажу атмосферу здесь. Здесь шумно, как немецкий паб. Вот наш стол новогодний. Есть пиво. Или красное пиво. Это традиционное бургерское пиво. Кстати, я его еще не пробовала, да? Наверное, нет. А у меня просто светлое пиво. Не отбивается на тебя. Не фильтрованное. А, не фильтрованное. Сейчас я попробую свое, потом не выберу. Очень вкусно. Пена у него. Тоже очень вкусно. Так, нам принесли покушать. Для двух девочек скромный немецкий ужин. А здесь у нас свинина, уточка, нюрнбергские сосиски, капуста и это картошка тоже, да, с чем-то, с мясом. Зараз будемо смакувати. М'ясо подають півной соус. Така жирна свининка. Я її чесно люблю. Да. Даже шкурку я обожаю. Сосик же дуже вкусний. И свинина. Надеюсь, мой тренер никогда не увидит это видео. Так, мы вышли из ресторанчика нашего, мы очень вкусно поели. 90% мяса забрали домой, не осилили. Вышли, и тут очень красиво, идет снег. Все горит огнями, елочка. Магазин выпускных пряников фирменный. И делаем шопинг. И красиво в коробках все. Я беру одну такую. Очень красиво. Смотрите, как дубами. Красиво. Я никогда не покупала. В сахаре, да? Класс. Прянички. Заказываю. Bitte zweimal Glühwein. Вау. Глинтвейн на Нюрнбергской ярмарке. Так что будем. Какая красота! Это фишка Нюрнберга. Мы когда были в Берлине год назад, мы вот попробовали. Это австрийское блюдо, да, но оно представлено на немецких ярмарках. Раклет. Это плавленый сыр такой. Запахом прикольным. Не все любят, но прикольно. Его можно подавать с хлебом, либо с картошкой. Ведь пришли на ярмарку в Нюрнберге, здесь он тоже есть. Сейчас будем заказывать. О, супер! Давай, ты бери вот твой. Никогда не видели здесь лака. Лакомство для собак на ярмарке. Представляете?
там было? На каждом. Наша любимая селёдка. Это Винцент Левайн Вайс Мит Амаретто. Пишем Левайн с Амаретто. Пишнёвый, да? Вкус вишни. Очень вкусно, кстати. Амаретто, да, это же из косточек. Да, из каких, я не знаю. Вишневые. Пахнет вишня. Очень вкусно. У меня белый. Рез. Вкусные творожные шарики. Юля говорит, что они невероятные. Тут подошли к палатке. Палатки Санты. Резиденция, вот, резиденция Санты. Я думаю, что можно зайти и загадать желание. Мы не заходим, но загадываем желание вместе со всей Украиной. Одно самое заветное. Уверен, что у нас будет. Смотрите, какой интересный макет железной дороги, который разбирают с местного музея железной дороги. Очень интересно. А это Зюшельброд. Люктеброд. Это сладкий хлеб из миндальной муки. За 2 евро можно съесть кусочек хлеба. Видите, какое количество нюрнбергских пряников. Местной знаменитости. Там больше масштаб во Франции, а здесь, да, более дешевле. Там покушать мясо. Все свининка. Все для худеющих. Да, 12 евро. Да, тут это булочка с котлетой. Котлета невероятно вкусная. Как она называется? Котлета. Она просто очень вкусная. It's nearly the same. It's just... Все такие красивые сувениры. Дома. Нюрнбергские дома.